пиздец. Дебил. Еще и съебался. Видеоблог. Обочина. Камера. В спину. Обочина. 100. Автоураган. Обочина. 100. Я подумал, какого черта? Но потом Лила сняла фильм. Профессор Карлс Форд родился 1959 года, самый грязный трущобе нового Нью-Йорка. Начал читать, когда еще ходил в Памперсах, 8 лет превратился в гадкого подростка. Быстрые автомобили, злачные места, красивые женщины. Профессор создал все это сам. 50 лет он работал на мамочкину компанию. Блять, ёбаный в рот! Не зря было, что это, да? Ух ты, блядь! Блядь! Это пиздец! Да ну нахуй! Ебануться, блядь! Побежали! А, какая...